я даже формулировку придумал. Хорошее плохое кино лучше, чем плохое хорошее. Ну, хорошее кино — это что такое? Высказывание. Вот, высказывание. А плохое кино — это развлекаловка. А плохая попытка высказывания хуже, чем хорошая стрелялка. Более того, она даже хуже, чем плохая стрелялка, потому что в стрелялке хоть что-то происходит. Там хоть плохо, но стреляют. И нет, вы знаете, вот этого, нет этой претензии.